присутствие. Ну и в Бундеслиге в прошлом сезоне этот коллектив занял 4-е место. В нынешнем нашего 11-го номера была не очень хорошей. И тут же 11-й номер соперника, это тот самый Акаки Гоге, набирает скорость, смещается в центр, подключает партнера, дальний удар, и Павлюченко, ну и самый молодой наш кипер. Но без волнения действует в рамке, 19 лет всего парню, и вот сейчас он делает настоящий сейв. Кайт. Ни у черногорца, ни у аргентинца, ни у ганцев. Атака, очень опасный момент, и счет в матче не открывается, потому что из положения вне игры у нас на скамейке запасных сегодня Веретило, Милевский, Василюк, Чиди, Жуниор и Невалда. Опасный момент, выручает молодой голкипер, еще один удар, мяч летит мимо. Браво, Павлюченко. Помогает при обороне ворот Павлу Павлюченко и всей защите Гоге. Вот Цида. Есть еще один пас. Нет положения вне игры. Опасный момент. На этот раз гол. Вот здесь уже на центр показывает рефери матча. Не на грузинского атакующего хавбека. Пошел мяч на фланг. Да, здесь действительно читалось то, что Гогия находится в хорошей позиции. Удар не получается. Отлично! Удар! Гол! Красавец! Красавец! Лисейка. Торрес культурно отошел в сторонку. Его точка несколько ближе к штрафной находится. Ну и вот он, голкипер, который без серьезного опыта, который не проводил матчи в Бундеслиге. Шикарный получился эпизод, который Алисейка реализует. И передает привет в национальную сборную. На сбор на этот раз он не поехал, но, как сказал Игорь Клюшенко, ни для кого двери не закрыты. Но мы смотрим, просто перебрось. Посмотрим на эту атаку. Один оказался там Торрес в борьбе, сложно было ему мяч сохранить. Но вот сейчас при помощи партнеров атака продолжается. Премудров Торрес в расчете на... продолжал, я имею в виду сезон 2017 года. Но еще не все потеряно. Можно забить один гол, но этот гол имеет шансы стать каким-нибудь определяющим. Вот, например, как сейчас. Фамие вроде как бы момент упустил, но не очень активно немцы выносятся мяч подальше. В центре отборолись немцы. В одно касание. Дамир Крейлах. Передача на фланг. И здесь Гогия. Удар! Под собой пропускает Павлюченко. Зажег экс-футболист. Дрейф-футболисты. Надеемся, кто-нибудь из них скоро появится на поле. Передача на ближнюю штангу под удар. Дальний выстрел 2-2. Кирилл Премудров кладет мяч в девятку. Сегодня по девяткам стреляем, как по воробьям. И уже настреляли очень неплохо. Красивые два гола Алисейка со стандарта. И вот сейчас после прострела на ближнюю штангу мяч пошел за пределы штрафной, где... Как же классно Премудров приложился. Или это была в раме? Алисейка, другой Премудров. Дальним ударом поразил девятку. Фамие. Дакаль может с левой ноги, но Премудров опять. Он уже проверял сегодня свою пушку. И еще один момент, где легче. Я думаю, мы можем считать себя счастливчиками. Фамие. Есть Торрес. Фамие мяч под себя убирает. Дакаль. И прострел в штрафную. Ошибка футболистов Берлина. И Торрес этот эпизод не смог закончить голом. Явлен всего-то четверка футболистов, и половина из них уже вышла на поле. Милевский. Перевод на Алисейка. Один Дмитрий. Против него Педерсон. Алисейка под левую ногу. Удар. Алисейка. Падает Дмитрий на газон, но Кословский этого момента не видит. Гогия. Контратака хозяев. Редондо. И здесь у Цида. Спокойно.